эфире программа «Новин региона». У студии Кристина Каранкевич. Витаю вас и у гэтым выпуску. Визит с далеко идущими планами супрацовництва от делегации города Тяньцзинь на Могилевской земли. Международный молодежный патриотичный проект «Дорогами памяти и славы» протягивая свой шлях по Могилевской области. Великая отказность и пошана. Выпускники ВНУ Могилевщины у лику запрошенных на президентский баль. Народный обрад за жинки прошел у сельгас предприемстве «Привольны Агро» Славгородского района. Это символичный старт уборочной кампании у Могилевской области. Удел у мероприемстве принял старшиня Могилевского облвыканкома Анатолий Саченко, керавництво района и предприемства. По традиции, первый сноп с поля уручили керовнику в области Анатолию Саченко, а он, у свою чергу, повиншивал хлеборобов Славгородского района с початком жнива. Губернатор отзначил, что уборка урожаю – это своего рода подведение выников той працы, якая почалася на палетках еще с осени. Могилевская область приступила к уборке урожая. И для нас, конечно, это очень важный день. Мы же понимаем, что сегодня дали старт в Славгородском районе. И следом пойдут другие регионы. Конечно, это волнительный момент. Мы год работали для того, чтобы получить урожай. Делали все возможное и невозможное. Хочу сказать спасибо людям, которые работали по закладке урожая. А сегодня, наверное, самая волнительная, главная задача – убрать то, что выращено. Убрать без потерь. У Могилеве проходит тыдень города Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Официальную делегацию с Поднебесной принял старшиня облвыканкома Анатолий Саченко. Подробности у наступном материале. Для сябровства няма отлеглости, навод у тысячи миль. Эту китайскую поговорку огучила наместник мэра города Тяньцзинь с подарения Джан Лин. У Могилевской области с этим китайским городом теплые сябровские отношения. Летость там прошли дни Могилевской области, а сёлета у нас тыдень города Тяньцзинь. На официальной встрече у Могилевским облаканкаме Могилев подписал дорожную карту по развитию супрацовництва с новым районом Биньхай города Тяньцзинь. А так само подписано погоднение по межадминистрации комитетом портовой зоны свободного гандлю города Тяньцзинь и СЭС Могилев и погоднение об супрацовнице помеж Тяньцзинским музеем и Могилевским областным мастацким музеем имя Павла Масленникова. На тыдні города Тяньцзинь запланованы шэраг мероприемствов. Одно из головных – региональный белорусско-китайский бизнес-форум «Могилевская область и город Тяньцзинь. 5 годов супрацовництва». В бизнес-форуме примут участие порядка 20 компаний из Китайской Народной Республики, с города Тяньцзинь, от Республики Беларусь порядка 70 компаний. Я думаю, это очень важно. Это даст возможность общения напрямую, где можно представить и свои интересы, и рассказать о них, услышать партнера, коллегу в будущем, и также найти какие-то пути совместного взаимодействия. Анатолий Саченко удокладнил, керавництво Могилевской области и города Тяньцзинь подтримают любые проекты, которые накированы на реализацию достигнутых домовленностей. Головное, как это было выгодно и нашим регионам, и нашим людям. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, «Новини региона». У межах тыдню города Тяньцзинь Китайской Народной Республики у Могилеве открылась выстава продукции этого региона. З яе распачаўся региональный белорусско-китайский бизнес-форум Могилевская область и город Тяньцзинь 5 годов супрацовництва. Стоит отметить, в прошлом году аналогичное мероприятие «Неделю Могилевской области» мы проводили в Тяньцзине. И там мы представили потенциал наших промышленных предприятий. И вот сегодня уже с ответным визитом представительная делегация города Тяньцзинь Китайской Народной Республики. И здесь мы проводим не только B2B переговоры, мы проводим презентацию наших компаний. И вот здесь, мне кажется, самая правильная форма, когда можно напрямую узнать друг от друга. В бизнес-форуме принимают удел 20 буйных компаний из города Тяньцзинь и 70 компаний из Беларуси. Основные направки супрацовництва на перамовах представляли экспорт и вытворчесть машинобудования, высокодокладного опрацовчего обсталявания, обсталявания для текстильной промысловости, химичная и харчовая продукция.
Очень интересен сегодня рынок китайский, как по качеству, по ценам. Они начинают набирать обороты все больше и больше. Поэтому мы регулярно посещаем выставки, связанные с китайской продукцией, знакомимся, делаем запросы, общаемся. Через местное водоправительство, с их помощью, мы можем сюда попасть. Ну, красивая страна, красивый вот этот город, нам понравились. Мы убеждены, что проведение именно таких мероприятий, бизнес-форумов, B2B-переговоров, как раз является той площадкой, где предприятия Могилевской области, предприятия Тяньцзиня могут ближе узнать друг друга и могут выйти уже совместно на реализацию общих проектов. Тим часом представники молоді Могилевской области и города Тяньцзинь зладили онлайн-состречу. Студентов цікавить развитие усібакових отношений стратегічного партнерства поміж Китаем и Беларусью. Умоцевание супрацовництва поміж молодью обеих держав. Відеосувязь была налажена у Могилеве в Белорусско-Российском университете. С китайского боку у Тяньцзинском университете заміжних мов. За сходней элегантностью познайомилися могилевчане и гости областного центра. Выстава культурной спадщины китайского города Тяньцзинь открылась у Могилевским областным мастацким музеем Павла Масленникова. Усходняя элегантность – это частка программы проведения тыдню города Тяньцзинь на Могилевщине. Выстава с усходним мотивом разгорнулася у трех залах музея Масленникова. Головные экспонаты – это выробы с шелку и фарбу, творы мастерства китайской каллиграфии, живопису, скульптуры, оргами. До речи, экспонаты для выставы предоставил Тяньцзинский музей. У своей коллекции он имеет более 200 тысяч каштовных культурных реликвий, с невеликой часткой яких и познайомились наведвальники выставы. Вообще это здорово, конечно, потому что одно дело увидеть это по телевизору, другое дело прийти, услышать живую китайскую речь, увидеть настоящие китайские картины и понять, что это рядом, это действительно сотрудничество двух городов и двух областей. Это было очень необычно и интересно, познавательно, так как в обычной жизни мы очень редко сталкиваемся с искусством других стран. Это очень было познавательно. Что понравилось больше всего? Что зацепило глаз? Конечно же, картины и живопись. И в том числе восхищают иероглифы. Для маленьких аматоров мастерства делегация с Китая организовала майстер-классы по росписи поветренного змея. Профессионалы свою справу расповели, как правильно наносить фарбы, чем декоровать паперу. Засталася справа за творчестью. Мы сами выбираем цвета и по-своему все делаем. Ну, разные цвета смешиваем. Кожный экспонат на выставе «Усходняя элегантность» со своей богатой историей. Тому у музея Масленникова здарился соправдный культурный синтез двух держав. Ксения Мартусевич, Виталий Алексеенко. Новини региона. Международный молодежный патриотичный проект «Дорогами памяти и славы» протягивает свою вандровку по Могилевской области. Удельники из разных кутков Могилевщины и 10 российских регионов от Калининграда до Хабаровска наведали знаковые места городского района. Помните, через века, через года, помните. Аграгородок Леніна, городский район, место подвигу и смутку. Тут осенью 1943-го супраць немецко-фашистских захопников поплеч змагаліся советские и польские войны. Змагаліся не шкадуючи життю. Кветки загинувшим и похованным у одной братской могиле от удельников проекту. Мы молодое поколение, но мы считаем, что важно сохранять историческую память, да? Приводить вот детей, самим приходить вот на такие знаковые вот памятные места. Да, когда ты приходишь сюда, аж берет просто дрожь, да, хватает все за сердце. Полевые могилки – частка уникального на постсоветской просторы мемориального комплексу советско-польской боевой содружности. Удельники проекту наведали экспозицию тематичного музея, який является центром комплексу, где представлены уникальные экспонаты. Я сама жительница Горецкого района. Это место очень важно для народа, чтобы помнить и чтить память погибших, и чтобы помнить, что происходило на земле. В таких местах, честно признаю, что чувствую грусть и гордость за свой народ. Наверное, я почувствовала какой-то трепет, наверное, в душе, потому что те же возложения цветов, очень много у нас было возложений, и всегда даже музыка, которая играет на заднем плане, она уже создает такую атмосферу, что хочется просто плакать.
Удельники проекту наведали и Белорусскую сельскохозяйственную академию. Особливо их зацікавила кафедра ихтеологии и рыбоводства, где можно было загадать жадание золотой рыбки и навод потрымать у руках живого осетра. Наступная кропка маршрута – Мстиславский район. Ирина Бардиловская, Дянис Жавіна, новини региона. Держава повинна ведать своих героев. Таким меркованием поделился Рыгор Лазаренко, унук героя Советского Союза Ивана Сидоровича Лазаренко. Генерал-майор склал голову 25 червня 1944 года у боях за вызволение Могилева. У день гибели Ивана Лазаренки могилевчане усклали кветки до помника военачальника. Иван Сидорович прошел 5 войнов, але самым тяжким выпробованием стала Великая Айчинная. У тым лику зал же факта у военной биографии генерал-майора. У самом початку войны Ивана Сидоровича незаслуженно обвинователи у бездейности при обороне Брестской крепости и присудили до расстрелу. Позднее вердикт военного трибунала отменили. Лазаренко позбавили усіх званий и узнагород. Имя героя вернул унук Ивана Сидоровича. С того часу Рыгор Лазаренко делится историей деда с могилевчанами. Наш город, наши жители могут и должны гордиться историей нашего города. Вот такое у меня убеждение в отношении истории нашего города. Мы не должны забывать ее, при удобном случае рассказывать о ней и передавать то, что мы узнали от своих родителей, узнали в книгах, в архивах. Молодому поколению, чтобы они тоже не забывали. Наши учащиеся не просто знают о этом великом человеке, но они гордятся тем, что Григорий Григорьевич постоянно выступает среди наших учащихся и работников. Ксения Мартусевич, Виталий Алексеенко. Новини региона. 28 червня у Мінску адбудзецца рэспубліканскі баль выпускнікоў вышэйшых навучальных установ. На яго запрошаны 3000 маладых людзей. Сапраўдны гонар сваіх альма-матер і ўсёй Беларусі. Удзельнікамі рэспубліканскага свята стануць і 40 выпускнікоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта харчовых і хімічных технологій. Небольшой шок был в момент, когда мне сообщили, что ты едешь на президентский выпускной. И как бы возникло сразу чувство гордости за то, как бы, что я, в принципе, сделал. Дмитрия Лебранского в Университете харчовых и химичных технологий с первого курса называют уникальным студентом. И окажуть талиновитый человек, талиновитый во всем. Это тот студент, за которого можно точно сказать, что он спортсмен, он певец, он волонтер, он не боится работы, независимо какая она необходима. И самое главное, что это тот человек, который работает над собой, и мы им гордимся. Комиссия не только дозволила, нават витала здымочную группу на обороне диплома Дмитрия Добранского, бо работа серьезная. И он распрацевал новую систему кондиционирования для творожного цеху молочной вытворчести. И разлики показали добрую рентабельность. Я разработал кондиционер, центральный кондиционер. Он позволяет поддерживать оптимальные параметры для работы сотрудников, для работы оборудования и для технологического процесса на производстве. Не сказать, что ноу-хау, но такого оборудования практически нигде не установлено. 27 червня уручение дипломов у Белорусском державном университете харчовых и химичных технологий. А 28-го лепшие из лепших поедут на президентский баль, який стал доброй штогодовой традицией для выпускников высших научных установ. Татьяна Сергійчик, Леонид Сикорин. Новини региона. До уваги пассажиров 6 и 7 липня белорусская чугунка назначает 14 додатковых техников. График складены с уликом проведения республиканского свята Купалле Александрея Збирая Сябро у Шкловском районе. По информации пресс-центра белорусской чугунки, 6 липня у додаток до деячего раскладу руху назначено 9 техников региональных линий эконом-класса Могилёв, Копысь Могилёв и Орша, Копысь Орша. У гэты ж день техника межрегиональных линий бизнес-класса Могилёв, Полоцкий, Полоцк Могилёв предугледжены додатковый припынок на станции Копысь.
7 липня назначены 5 техников региональных линий эконом-класса Купись Могилёв и Купись Орша. Всю подробную информацию об раскладе руху техников, припынках и кошту проезда можно отримать на официальном сайте Белорусской чыгунки, а так само у контакт-центра по телефону 105. Актуальные новости в области на нашем сайте и у телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Так само глядите нас у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи.